Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова и 13-й каталог Oriflame. И то, что я уже увидела, посмотрев несколько страничек, меня очень-очень впечатлило. И сейчас мы вместе полистаем этот каталог, и я вам покажу продукцию, которой я сама пользуюсь, дам вам рекомендации и скажу какие-то свои фишки, тайные фишки. Итак, приятного вам просмотра, приступаем. Кстати, если вы хотите посмотреть все видео и сделать это чуть-чуть побыстрее, нажмите на кнопку настройки и измените скорость, увеличьте ее в полтора или в два раза, как вам удобнее. Каталог номер 13 начнет свое действие с 13 сентября и закончится 2 октября, ровно 3 недели. Удивительный каталог, он и красивый, и знаете, что мне пришло в голову? Если кто-то скажет, что Oriflame это дорого, ребят, я очень удивлюсь после того, как вы посмотрите цены в этом каталоге. Самое интересное, с самого начала, несколько сотен человек, а именно 500 человек из 5 стран сравнивали наши парфюмы с премиальными. И что они сказали? Смотрите, мой любимый, боже, как я люблю Giordani Gold Essence, обожаю этот аромат. И он будет здесь по отличной цене, всего 1900 рублей. Они 80% уверены, с этим ароматом они ощутили бы себя элегантными и привлекательными. Однозначно, этот аромат меня вдохновляет. Люблю его, наверное, ну, сейчас скажу, вот два у меня любимых аромата, от которых я не смогу отказаться. Это Giordani Gold Essence, первый. Следующий будет чуть дальше. Так, следующий аромат, который тестировали, Divine. Представляется амбициозная женщина со своим мнением, и она знает, чего хочет. Представляете, как это здорово? Так, эксклюзивный, гармоничный, современный. А я добавлю, что он очень женственный, легкий, невесомый, элегантный однозначно. И необычная форма аромата. Так, следующий аромат оценивали Poses. Не взяла этот флакон, я почему-то подумала, что они Poses Secrets этот оценивали. Нет, это классический Poses. Про него сказали, что это о намерении купить аромат. Заявили и сказали, что аромат Poses подарил бы им уверенность. А я бы еще сказала, что это очень сексуальный аромат, очень необычный, он вдохновляет, и он вдохновляет мужчин однозначно. Следующий аромат Си, вот мой второй любимчик. Если вы меня спросите, какие у меня любимые ароматы в Oriflame, то эти два точно стоят на первом месте. Итак, Си, про него сказали, то давайте посмотрим, пахнет цветочной пыльцой под утренней росой, нежная утонченность, изысканная сладость. Да, так и есть, утонченность и эксклюзивность. Да, это 100% эксклюзив, каких я просто никогда не встречала. Очень крутые ароматы. Так, следующий аромат был у нас Amber Elixir. Так, нежный, не резкий, но выразительный, необычный, современный. Очень интересно. Поехали дальше. Можно, кстати, многие ароматы приобретать в мини-формате по 8 мл женские и 15 мл мужские. Это очень удобно, особенно когда они идут в паре за 599 рублей. Смотрите, какие классные наборчики нам подготовила компания. Действительно здорово. Я бы сразу выбрала вот эту парочку. Классная пара. Так, двигаемся дальше. У нас будет новинка. Я, кстати, эту новинку сегодня дегустировала. Аромат Essence Intense. 75 мл. Высокая концентрация, восточно-пряный. Очень нежный. Если будет у вас бумажный каталог, можно будет потереть страничку и ощутить этот мужественный, приятный, не резкий и не слишком пряный, хотя это восточный аромат. Он настолько умеренный и такой мужественный, он просто классный. И при покупке этого аромата мы получаем в подарок вот такой классный гель-скраб для душа. Миша, кстати, такой скраб
использовал, сказал, что он очень крутой, ему понравился. Да, Лена ждет классное предложение заказать набор, который состоит из следующего каталога уже, номер 14, и пробники. Пробник, гармонизирующий тональные основы с эффектом сияния, это будет новинка в серии Giordani Gold в оттенке фарфоровый. Пробник сыворотки для лица Novage, это будет новая серия для чувствительной кожи для всех возрастов, мы ее скоро увидим. И пробник парфюмерной воды All or Nothing, вообще классный набор, всего 69 рублей. Не забудьте указать этот код, потому что выгодное классное предложение. Далее обратите внимание, что в Oriflame есть отдельный каталог, вы его можете полистать на сайте, открыв актуальные каталоги. Mint and Mood — это серия масел ароматических, и эти масла направлены конкретно на эмоции, то есть мы их не употребляем вовнутрь, только для наружного применения, для того чтобы сбалансировать состояние. Например, если вам нужна энергия или уверенность или отдых, да, релакс или баланс, просто баланс у меня у дочки, а этими я пользуюсь сама постоянно, кстати, ими так удобно пользоваться. Здесь уже разведенная, то есть не концентрированная, не навредите коже, поэтому можно носить прямо на кожу, растирать на специальные точки, в каталоге рассказывается, на какие точки наносить. Ах, как хорошо. Ах, как дышать. Например, энергию нужно резко так вдохнуть, резко выдохнуть, прям вдохнули, выдохнули, резко несколько вдохов, несколько выдохов. Мне кажется, это очень крутой подарочный набор. Посмотрите, как это сделано, все красиво. По крайней мере, я бы такому набору очень обрадовалась, если бы у меня не было. Далее у нас идут очень много ароматов женских, мужских. Все они невероятно красивые, вкусные, раскрываются, дорого так звучат. И каждый аромат на разных людях будет звучать по-разному. Поэтому я всегда рекомендую заказывать пробники ароматов, чтобы вы могли поносить этот аромат на себе и даже не один раз. Вы должны попробовать его в разных ситуациях. Утром, днем, вечером, в жару, в прохладную погоду. Потому что некоторые ароматы, например, в жару они будут ужасно звучать. Да, какие-то, например, вот в жару будут прекрасно звучать, да, такие вот более освежающие. Или, например, как мимоза, прекрасный аромат на лето и начало весны. Просто здорово. Так, далее. Для мужчин дезодоранты парфюмированные, спреи. Под его аромат можно подобрать как раз дезодорант. Есть также у нас парфюмированный спрей для тела, большой объем 100 миллилитров, тоже очень популярный среди мужчин. Для мужчин отличные ароматы, они на самом деле очень стойкие, даже где стоит невысокая стойкость, на деле всегда долго аромат держится. Я знаю эти ароматы, мы с Мишей все время пользуемся только ароматами Oriflame, у меня нету других ароматов. Мне присылали на обзор 3 пробника других ароматов, ну вернее не пробники, но мини такие, но они мне не понравились, и я их раздала. Поэтому Oriflame — это мой лучший выбор. Для мужчин пена для бритья 200 миллилитров, ей можно также и умываться. Увлажняющий гель после бритья и шампунь для волос и тела. И гель-скраб для душа, который вы можете получить, кстати, в подарок. И также тонизирующий гель для бритья. То есть после бритья побрились и выбрали этот или этот, какой больше нравится. Шикарная серия Novage. Она есть как для мужчин, так и для женщин. Серия антивозрастная. Она нацелена на то, чтобы поддержать кожу, восстановить ее, дать ей все, чего коже не хватает. Потрясающий уход. Очень нравится то, что он полный, не нужно дополнительных средств. То есть в этих уходах уже все сбалансировано. Так. Туши. Серия Giordani Gold у нас богата на туши. Я вам сейчас покажу и ту, и другую. Есть тушь, которая называется «Ангельская ласка». Вот она с такой необычной кисточкой трапециевидной. Вот эта тушь мне очень понравилась.
С ней такие классные, густые, длиннющие, изогнутые ресницы получаются. Вообще просто удивительная тушь. У нее, видите, какая кисточка. Здесь она совсем плоская, нет щетинок. А здесь вот ворсинки, видите, как уходит, на нет сходит, закругленные. Классно получаются такие глаза огромные. А тушь с такой витиеватой кисточкой рядышком, вы ее видите, к ней нужно приспособиться. Тушь хорошая, нет вопросов. Но для меня кисточка неудобная. Я ей не пользуюсь. То есть я ее открыла, попробовала, приспособилась, в принципе. Но когда есть другие туши, у меня сразу открыто несколько вариантов, и у меня есть любимая тушь 5 в 1, то, конечно, это лежит без дела. Конечно, я к ней вернусь, скорее всего, потому что она абсолютно практически новая, и буду использовать. Но кисточка не совсем для меня подходящая. Так, что здесь еще? Щипчики есть для завивки ресниц. Смотрите, обратите внимание, они тут в уголочке. Есть гелевая подводка. Смотрите, ограниченное количество товара. Значит, эта подводка уходит у нас, и будет либо замена, либо совсем не будет такой гелевой подводки. А многие ее любят. Кстати, забыла взять. У меня есть такая подводка. Вернее, я даже не заметила. Она такая маленькая. Но не стала она моей любовью. Мне неудобно то, что нужна отдельно кисточка. То есть где-то кисть хранить, отдельно баночка. Кисточку надо либо сразу мыть, либо в какой-то чехольчик складывать. То есть для меня эта форма неудобная, поэтому я предпочла жидкие подводки, либо маркеры. Они вообще просто очень удобные. Так, следующий продукт серии Giordani Gold. Пудра. Покажу вам пудру. Кстати, мы можем заранее заказать пробник, тональная основа. Смотрите, какая она будет красивая, с золотой крышечкой. Вау, какая классная. Так, давайте посмотрим пудру. Пудра рассыпчатая, в одном оттенке. Оттенок естественный. В пудре лежит кисть. И есть вот такой блокиратор. То есть мы можем закрыть отверстие или открыть, когда нам нужно. И я, кстати, когда отрывала пленочку, я не стала ее целиком отрывать, потому что слишком много пудры высыпается. А я вот так вот делаю раз, сколько мне нужно, открыла, достала. И вот смотрите, у нее практически нейтральный оттенок, то есть его, можно сказать, и нет. Да, если вот так посмотреть, он очень естественный, натуральный. Если смотреть, у меня кожа очень светлая, то пудры просто не видно. А если вы используете тональную основу, то значит просто пудра придаст вам еще более ухоженный, холеный вид. И рассыпчатой пудры надолго хватает. Если сравнивать с компактной пудрой, то она очень долгоиграющая. Эта пудра, здесь большой объем, 10 грамм, и ее очень много. Видите, как ее там много. Но у меня практически новая. Я ей пользуюсь в основном, куда хочется подольше делать макияж, никуда не тороплюсь. Да, конечно, она больше подходит для домашнего использования, потому что, когда мы куда-то идем, лучше взять с собой пудру компактную, это удобнее. Далее тональная основа. У нас есть CC крем с SPF 30, такой классный крем, два оттенка. А есть минеральная тональная основа с SPF 15. И здесь у нас 5 оттенков, и я вам, кстати, покажу 2 оттенка. У меня есть фарфоровый точно и, по-моему, слоновая кость Light Ivory. Вот через одну, первая и третья. Давайте их попробуем. Сначала фарфоровую капельку, а потом слоновая кость. Кстати, я иногда тональные основы смешиваю между собой. Бывает, вот один цвет слишком светлый, а другой темнит. А если два смешать, то получается идеально. Вот смотрите, слоновая кость. Обычно все любят слоновую кость, он более такой натуральный, он не уходит в рыжину, ни в красноту, ни в желтизну. То есть у него такой вот хороший подтон идет. Сейчас я его растушую. И даже на светлой коже все равно тональная основа подстраивается и выглядит натурально. А фарфоровая для меня сейчас просто идеальная, я ей пользуюсь, потому что кожа не загорелая. Но если я использую автозагар, то я начинаю пользоваться слоновой костью, потому что кожа становится более темная. Так, это тоже слоновая. Вот видите, два оттенка. И когда тональная основа полежит на коже, она подстраивается под кожу.
и становится практически невидимкой. Но здорово выравнивает. Если посмотреть, вот как классно венки все перекрыла, выровняла кожу, все стало ровненькое такое и красивое. Поэтому эту тональную основу я вам рекомендую, она очень классная. Так, далее помады. Помада Giordani Gold отличается тем, что она очень хорошо ухаживает за губами. В ней содержатся дорогие компоненты, которые дают коже увлажнение, питание, заботу. У меня помада из прошлой коллекции, ее сейчас здесь нет. Я вам показываю, какая классная упаковка и какое классное качество. Так, где будем пробовать? Давайте вот тут. Она очень мягко ложится, плотный цвет сразу дает. Такая она, ну вот просто волшебная помада. Я ей осенью пользуюсь, потому что оттенок вот просто просится на осень. Три карандаша для губ. Смотрите, на все случаи жизни. Три оттенка. Есть у нас гордения. Такой он теплый, нейтральный, я бы сказала. Далее роза. Тоже он розовый, но он тоже нейтральный. То есть он не слишком яркий, он не уходит в какую-то фуксию. И мак. Мак мой любимый. Во-первых, он отличается по качеству от этих карандашей, потому что это другой оттенок, соответственно, они будут по-другому все лежать. И мне нравится, как он великолепно лежит. В принципе, можно просто одним накрасить губы и оставить, без помады даже. А можно сверху даже блеском немножко таким нейтральным нанести. Будет класс. Ну а с помадой просто великолепно. Вот, губы нарисовались. Все. И что еще удобно? У этих карандашей с обратной стороны есть кисточка, то есть вы можете так достать и, может быть, растушевать немножко вот по губам, чтобы хорошо легла подводка, или нанести помаду, используя эту кисточку. Это действительно очень удобно, классная идея. Вроде бы какая-то мелочь, но так здорово иногда выручает, потому что иногда кисточка просто необходима. Сатиновой помады у меня, к сожалению, нет. Я бы очень хотела, чтобы она у меня была, но с помадами я чуть-чуть приостановилась, потому что у меня их так много, просто физически не успеваю всеми воспользоваться. Но эта помада классная. Вот если вы любите такую нежную помаду, легкую, то выберите сатиновую. А вот помада Кушон... Вы можете, кстати, полный обзор посмотреть у меня на канале. Есть и сатиновая помада, точно есть. Вот антивозрастную не помню. Вот сатиновую точно я все пробовала оттенки. У меня есть полная коллекция помады Кушон, вернее, скоро будет. Скорее всего, это видео выйдет первым. Потом появится вот это. Ой, как я надавила активно. Смотрите, мы крутим нижнюю часть и выдавливаем небольшое количество помады на губы. И распределяем вот таким образом. Это так красиво, это так классно увлажняет, ухаживает за губами, такая мягкость, глянец. Конечно, эта помада будет отпечатываться на маске точно, но она действительно стойкая. Я заметила, что она как тинт. После того, как я ее стираю, губы все равно какие-то становятся яркие. И из этих 10 роскошных оттенков вы точно выберете 1, 2, 3. Я бы, честно вам скажу, я бы верхние взяла вот до этих пор, до вместе со страстным пионом. То есть все 6 мне очень понравились и очень подошли. Так, дальше. Тоже помады. В помадах, в жидких, мне нравится кисточка. Мне нравится, какие они по качеству. Они не сушат губы. Очень хорошо лежат на губах. Так вот, если нанести... Кисточка классная, она прям по форме губ, у нее есть такая какая-то изогнутость небольшая, остренький кончик, поэтому мы можем прям аккуратно проходить так по контуру губ, рисовать себе губки красивые, усиливать, наслаивать. Великолепнейшая помада, очень тоже ее рекомендую. Мне в Oriflame нравится помада, редкая какая-то помада, не оставила у меня приятного впечатления. Мультифункциональный бальзам, 4 оттенка. У меня, конечно, персиковый, но что может выбрать еще девушка с оттенком волос медовым? Вот такой вот персиковый оттенок. Есть аромат,
Он не навязчивый, в принципе, от губ я его не чувствую, но она очень качественно увлажняет губы, очень качественно. Еще высокий SPF 25. То есть такую помаду, мне кажется, нужно каждому человеку, особенно кто много бывает на улице или на пляже. Вот на пляж обязательно с такой помадой нужно ехать, чтобы была защита. Есть у нас помады Энергоблеск, ну сейчас они называются с эффектом сияния, Power Shine HD. Я не пробовала, сразу вам признаюсь, не было возможности такую помаду потестировать, себе не заказывала. Зато я пробовала стойкую суперматовую помаду, и обзор на эти помады есть тоже у меня на канале. Интересная помада, необычная, хорошо увлажняет, действительно стойкая. Если сравнить с помадой Ultra Fix, то я бы не сказала, что эта помада более стойкая, но и тестировать ее долгое время у меня тоже не было возможности. Поэтому первое впечатление очень классное, помада интересная. Главное, чтобы еще вы подобрали себе классный оттенок. А мы двигаемся дальше. И мне кажется, я что-то пропустила в серии Giordani Gold. Да, действительно, давайте я тут закладочку положу. Я пропустила один классный продукт, о котором не могу молчать. Когда вы видите мои макияжи, и каждый раз вы мне пишете: «Лиля, покажи этот макияж!» Вы знаете, вот этот стик, кремовые румяна в стике, именно он виновник моего чудесного макияжа. Что я делаю? Я наношу наверх, на веки, на подвижное веко, эти румяна. Они жирненькие, видите, они отпечатываются. И на них я делаю макияж. Я делаю в уголочке золотистый оттенок, рыжий, а потом коричневый смешиваю с рыжим и делаю краешек. Все тушую, а верхнюю часть растушевываю нейтральным, просто матовыми тенями, вообще бесцветными. Просто убираю жесткую границу, чтобы макияж, как бы тени вплыли, да, вот как бы в кожу, как бы такой был градиент, легкий, мягкий переход. Вы не представляете, как круто получается. Если их нанести просто на веки, они все соберутся. А когда сверху поработаем сухими тенями, то у меня макияж весь день держится. Вот такая вам фишка классная. У меня они скоро закончатся, я обязательно закажу себе новый стик, потому что я уже не представляю даже макияж без этих теней. А сейчас я вам расскажу про нашу новинку. Эта новинка у нас появилась в 12-м каталоге. Это праймеры уникальные, и они для разных целей. Цветокорректирующий, он уберет красноту, выровняет тон кожи, как бы сгладит все несовершенства. Для сияния он как бы подсветит кожу изнутри. А матирующий, он выровняет поры, то есть он сгладит все, весь рельеф. Наносим праймер, даем ему впитаться, он впитывается очень быстро и легко, тоже будет видео у меня на канале, посмотрите. И сверху работаем тональной основой. Вот такой классный результат получается. Самое главное, я переживала, что я буду зеленая, потому что мне, конечно, больше всего интересен цветокорректирующий праймер. Но когда мы их наносим, они вообще практически прозрачные. Вы их не увидите. Зелени точно не будет, не переживайте. Дальше. Да, кстати, есть специальный спрей для закрепления макияжа. Его наносим, когда уже все сделали, просто закрываете глазки и распыляете. Раз, два. Вот так вот просто делаете, как бы крест-накрест. Даете ему подсохнуть. Все, 12 часов стойкий макияж. Тональная основа. Кстати, очень крутая адаптивная тональная основа. И появляется у нас адаптивная матовая, тоже в 12-м каталоге. Она у меня есть. Сейчас у меня нет, кстати, Everlasting. Но я вам скажу свои впечатления. Давайте покажу где-нибудь вот здесь, краешку. На мой взгляд, вот эта тональная основа более легкая и невесомая, нежели Everlasting, адаптивная. Матовая, она более невесомая, такая легкая, прозрачная. Смотрите, она действительно сразу становится матовой.
На лице лежит классно, в поры не забивается, но она более прозрачная. То есть если мы говорим по плотности, то это более плотная, и она тоже стойкая. Но я в любом случае привыкла, я пользуюсь пудрой. Я даже поверх этой тональной основы все равно наношу немножко пудры. Тон, который я вам показала, это естественный бежевый. Вот так он выглядит. Смотрите, все, вот она высыхает. Надо ей дать еще немножечко времени, и ее просто не видно. Классная тональная основа, отличный выбор оттенков, и есть очень-очень темные, тоже обзор полный будет на канале. Нам не прислали, только нейтральный ванильный, остальные вы все посмотрите, особенно вот эти вас повеселят на мне, потому что моя белая кожа с этими оттенками — это было что-то с чем-то. Далее у нас есть классный продукт, вот он, аппарат Skin Pro Sonic 3 в 1, и у меня на канале есть обзор, я показываю, как он работает. Ребята, девочки, мальчики, мне кажется, это всем нужен такой аппарат, это волшебник. Особенно я люблю массажную насадку. Какой крутой массаж, это просто вау, просто вау. Обязательно воспользуйтесь предложением, бывает иногда по акции, ну не часто, можно взять со скидкой 50%, если вы выполняете условия 150 баллов, 2 каталога подряд. Так, далее у нас есть AZ крем еще, кстати, у меня дочка вот его любит, он легкий, он классный, у него самый светлый тон, вот из всех тональных основ, которые она у меня перепробовала, даже фарфоровый вот этот Giordani для нее темный, представляете, а этот ей хорошо, вот настолько она белокожая, хотя вот он, видите, высох, его вообще не видно, без всякой пудры, никакой жирности, вот они просто такие исчезатели, мы только по оттенку кожи понимаем, что здесь есть тон. И к этому аппарату Skin Pro Sonic есть насадка, спонж для нанесения макияжа, тоже интересный лайфхак, если вы любите хорошее нанесение, или может быть у вас пористая жирная кожа, то можно наносить специальной насадкой, потому что здесь идет очень крутая вибрация, очень мощная вибрация, и тональная основа будет распределяться и как бы вбиваться вот в кожу, и будет ровным идеальным слоем идти. Так, на этой страничке у нас румяна и пудра. Румяна я не заказывала, но я смотрела обзоры, какие красивые румяна, особенно необычный пионовый оттенок. Пудра стала моей любимицей, вот она и новая в Giordani матирующая. У нее шелковая текстура, и можно, кстати, взять просто эту пудру и пройтись по коже лица. Ну, кожа немножко увлажненная, ручки у меня сейчас сухие, кожа все равно имеет какой-то более такой жирный блеск. И получится, как будто я с тоном. Иногда, вот знаете, мне некогда краситься, и просто нужно заснять короткий какой-нибудь ролик. Я особо не собираюсь, я просто беру пудру и наношу ее без тональной основы. И у меня очень такое лицо, как отфотошопленное. И, конечно, вы видите, что ее не видно. Но и рука стала более холеная. Классная пудра, одним словом, и удобные кисти. В Oriflame классные кисти, можно брать смело. Так, давайте посмотрим. Ночная маска для ногтей, все для наших рук. Вот я делаю маникюр один раз в 2 недели сама. То есть я снимаю лак, я наношу наши маслица, отодвигаю кутикулу, если нужно, чуть-чуть подрезаю, подпиливаю ноготочки, наношу укрепляющее покрытие, и обязательно, кстати, возьмите вот это средство для бережного снятия лака. У него, конечно, сильный запах, мне это не понравилось, но ни одно средство так не снимает лак. То есть даже если толстые слои лака или блестки, очень яркие бывают лаки. Я вот сегодня снимала лак фиолетовый другим средством, просто была в ванной и это не взяла, взяла другое, какое-то там дешевое за 80 рублей, но я измучилась, я вся перемазалась этим фиолетовым лаком, это гороваточек. Здесь буквально прижали, я сразу раскидываю на каждый накаток ваточки со средством, чуть-чуть подержала, вот так прижимаю, снимаю, и может быть чуть-чуть по краям нужно подтереть, то есть растворяет полностью и ногтевую пластину не вредит.
Отличная четырехсторонняя пилка. Вот такая классная. Вот про ночную маску не сказала, я ей практически не пользуюсь, потому что у меня всегда накрашены ногти, потому что у нас практически каждый день мы снимаем какие-то ролики, у меня всегда должны быть ногти накрашены. Далее, лаки. Очень интересные лаки. Здесь получается так: мы красим сначала цвет, сушим при дневном свете. Не нужна лампа, ни в коем случае не при обычном освещении комнатном, именно при дневном свете солнечном. Наносим потом второй слой, специальный закрепляющий гель, и также при дневном свете солнечном сушим. Девчонки писали, у кого-то действительно 11 дней держится, но у меня максимум 3 дня любой лак. Больше никакой не держится просто, хотя у меня очень крепкие ногти, они не длинные, но настолько, видите, они какие у меня жесткие, их не согнешь, но почему-то у меня лаки все сходят моментально, любые, вообще любые. Так, дальше, кисточка, стойкий маркер, мне не понравился, у него очень толстый наконечник, и получается делать только вот такие толстые стрелки. То есть если вы любите большие такие густые стрелки, то он вам подойдет. Если вы не любите толстые стрелки, то не берите этот маркер, потому что вы не сможете тоненькую стрелку им нарисовать. Карандаш для глаз есть у нас такой, он не выкручивается, он точится, но он гелевый. Очень даже неплохой карандаш, он тоже стойкий. Тушь в ассортименте, слушайте, какие скидки большие в этот раз на тушь. Я вам покажу некоторые кисточки, давайте посмотрим. Вот у туши XXL будет вот такая кисточка, такая толстенькая, пушистенькая, видите, у нее много ворсинок, она такая вот прям классная. У туши 5 в 1 водостойкой будет кисточка. Нет, не покажу, нет у меня такой кисточки. Я вам покажу следующую. Удлиняющая с эффектом наращивания. Ну, она тоже неплохая, но не могу сказать, что она прям мне так понравилась. Я бы ее всем рекомендовала. Мне она не очень зашла. Хотя неплохая тушь. Кто-то хвалит, кому-то она вообще не понравилась. У меня подружка брала, она сказала, что она у нее отпечатывается сверху. То есть, ну, отзывы разные. Но моя любимая тушь 5 в 1. Сейчас вам кисточку покажу. Но здесь у нас тоже водостойка. У нее кисточка самая удобная. Вот она такая будет кисть. Самая крутая кисточка. Просто огонь. И сейчас у меня и реснички накрашены. Я всегда... за эту тушь всегда она у меня лучшая, то есть брать либо XXL, либо вот с такой кисточкой, то есть они обе классные, смотрите, чуть-чуть отличаются, давайте покажу их рядышком, чтобы было понятно, что у них разное. Посмотрите, у этой туши изгиб больше и ворсинки вот в этой части длиннее, чем у классической 5 в 1, видно, да? И она вообще как-то выглядит более такая широкая, особенно кончик. Здесь же кончик более аккуратненький. И та, и другая очень удобная. Ну, прям незначительное есть отличие. И та, и другая делают ресницы большие, длинные, ухоженные, расчесанные такие. Они не будут вот такие склеенные. Они будут вот такие вот расчесанные, все аккуратненькие. Прям классные. Так, дальше здесь нас ждут. Пинцет классный. Вот этот мне понравился. Я брала Giordani Gold пинцет. Нет, этот лучше и дешевле. Этот просто самый лучший пинцет. У меня, кстати, был такой эксперимент. Я пошла в магазин выбирать себе пинцет. И я перепробовала. Я прям на руке вот так все щипала. Волосики себе тут пробовала. Какой-то обламывает волос. Какой-то захватывает, щипает кожу, щиплет. То есть я измучилась. И из дорогущих пинцетов я ничего не выбрала. Окей, думаю, не надо мне никакой пинцет, буду старым лучше пользоваться. А потом вышел этот пинцет, я его попробовала в бизнес-центре, я все щипала, все пробовала везде. Он не сломал ни одного волосочка, настолько он ласковый, он не щиплет кожу. Вот он крутой, всего-то 129 рублей.
Так, кисточки, смотрите, очень хвалят карандаши для бровей, прям очень хвалят все, даже говорят, что они круче, чем Giordani Gold. Надо, кстати, себе взять такой светлый, попробовать, потому что у меня есть Giordani Gold коричневый, но он для меня прям темноватый стал, я такая светлая. Такие карандаши я не брала, но у меня берет их одна клиентка, постоянно берет, и ей нравится то, что с одной стороны цвет, а с другой стороны коррекция. То есть вы накрасили, может быть, где-то там неровно, переворачиваете и светлой стороной как бы очерчиваете бровь, чуть-чуть растушевываете, и получается просто сказка. А вот это тоже интересный вариант, карандаш кушон для бровей. С одной стороны карандаш, а с другой стороны такая губка на пружинке. И туда попадает цвет. Как бы вы можете карандашиком так волосики нарисовать, а потом кушоном растушевать. Слушайте, так здорово получается. У меня клиентка брала, она в восторге. И я сама пробовала. В бизнес-центре, когда была на дегустации, я пробовала этот карандаш. Серия On Color доступная, качественная, разнообразная. Вот что я про нее скажу. У меня есть, кстати, тени, два оттенка. У меня есть жемчужный розовый, мерцающий беж, хорошие тени. У них такой шиммер деликатный, то есть ничего лишнего, никаких там блесток и стразов и так далее. Очень классные карандаши у меня. А почему-то я ничего не взяла, как-то пролистала эту страничку. У меня есть вот этот карандаш бирюза и изумруд. Он шикарный, он просто шикарный. Самое главное, что этот карандаш мягкий. Бывает, что берешь карандаш, на руке рисует хорошо, а начинаешь на глазах рисовать, а он не свезешь его, он царапает или просто не отдает цвет. Вот этот карандаш очень крутой, он и цвет отдает, он мягкий, деликатный, не растекается, не смазывается. Макияж с ним будет стойкий целый день. Так, матирующая тональная основа здесь еще есть, я ее не пробовала. И консилер. Консилеры тоже, кстати, заказывают достаточно часто. Очень популярная тушь, и всего 169 рублей. Здесь есть стойкая, а есть водостойкая. Вот водостойкую вы ничем не сотрете, кроме средства для снятия водостойкой косметики с глаз. Имейте это в виду. Ну, удобная тоже кисточка. Часто заказывают. Так, карандаши, обращаю ваше внимание, классные, качество хорошее, но они маленькие, 0,7 грамма, то есть вы получите примерно вот такой карандашик, вообще небольшой. Помады, слушайте, вот классные помады в серии On Color. Здесь есть у нас матовая, но у меня ее нет, а есть сияющая. Я вам покажу мерцающий нюд. Вот такая вот нюдовая помада, где бы мы ее попробовали с вами. Давайте вот тут. Смотрите, какая красавица, такая мягкая, такой звонкий цвет. Только я не знаю, почему назвали нюдовую нюдом мерцающим. Она больше как персиково-коралловая, я бы ее так обозвала. Конечно, очень красивая и приятно лежит на губах. То есть за 99 рублей я даже поверить не могу, что за такие деньги можно купить сейчас помаду хорошего качества. Оказывается, можно. Сумочка тоже, посмотрите обзор на канале, классная сумка, классика, она подойдет практически под любой наряд, ну кроме спортивного, конечно, с платьем, с костюмом, с пальто. Она с перфорацией, поэтому если вы попадаете в дождь, имейте в виду, туда попадет вода, то есть здесь там нет подкладки, она на молнии. Удобные ручки по длине, можно носить на плече и просто в руке или вешать на согнутую руку. Внутри тканевая косметичка, объемная, не во всю сумку, она где-то вот занимает вот такую часть. То есть в нее вы кладете всякую мелочевку, чтобы не видно было, например, да, что-то такое. Потрясающий кошелек-клатч. Он такой прям плоский, в него много вы не положите, телефон тоже в него не поместится. Но он будет очень стильно выглядеть. Очень мне понравилась эта коллекция. Во-первых, я просто соскучилась по аксессуарам. Я не знаю, зачем их убрали из каталога. Надеюсь, они к нам вернутся, потому что это просто, ну, большая печаль для нас. Ночная маска в подарок. Да вы что? А я еще, знаете, когда собирала продукцию, посмотрела, маска на весь лист, на два листа. И без скидки, что происходит? Оказывается, она идет в подарок. Какая же я невнимательная. Кроме двух каких-то продуктов. Ну, самой маски, понятно, и, скорее всего, какого-то спонжа или кисти.
ну что-то да такое. Смотрим. Ух ты, смотрите, вот как раз новая серия будет для чувствительной кожи, для всех возрастов. Здорово, что придумали в серии Novage сделать такую вот коллекцию, потому что чувствительная кожа — это действительно проблема сегодня у многих. В серии Novage у нас есть любимые продукты, например, сыворотка с 10% витамином С. Я его им пользовалась только одним флаконом. Что я сразу отметила? Невероятно сияющая молодая кожа становится. Мне Миша каждый день говорил комплименты, говорил мне: какая ты свеженькая, какая-то у меня румяненькая, какая-то хорошенькая. Смотрите, порошок лежит посередине, и если мы нажмем, надо снять крышку, нажмем, то порошок смешается с сывороткой, и мы один флакон используем в течение недели. Дело в том, что разведенный витамин С долго не живет, поэтому мы прячем от солнышка, после сыворотки не загораем и пользуемся в течение месяца один флакон на неделю используем. Так что я скоро начну им пользоваться и запишу отдельное видео. Серия Novage, у нас все серии крутые, мне очень нравится осветляющая серия, отзывы читала, что действительно очень хорошо помогает убрать пятна. Наши классные маски тканевые, кстати, все маски в Oriflame биоразлагаемые, то есть не вредят природе, не вредят экологии. Есть серия Skinergize для освежения, для энергии, для молодой кожи. С 18 лет, по-моему, можно использовать эту серию. Есть увлажняющая эссенция с пребиотиком. Да, вот, кстати, наверное, вот эта кисточка, что ли, не входит. Давайте посмотрим. Какой здесь код? 548-043. Ну, я не знаю, что это. Так, давайте дальше. Это моя любимая экологен. Вот, кстати, приготовила, скоро буду открывать. Еще ночной крем у меня тоже уже выкуплен. Я очень люблю эту серию, потому что с ней моя кожа выглядит очень молодо. Мне нравится крем для глаз, то что здесь есть дозатор. То есть мы вот так нажимаем, и крем у нас появляется. Капельку берем, распределяем по коже вокруг глаз. Крема невероятные, у меня сразу кожа подтянутая, ухоженная. Я сейчас пользуюсь серией Optimals, мне она тоже нравится, но я все-таки вижу, что эффект, как достать крем, сейчас попробую извлечь, эффект круче, когда я пользуюсь серией Novage Экологен. Видите, да, какой крем роскошный. Капельку возьмем. Сюда вот. Он такой мягенький, он такой легкий. Это дневной крем, а ночной он наоборот, он такой густой, как взбитый. Я не знаю, как что-то такое. Вау! Короче, мне так нравится. И очень красиво. Эта серия роскошная. С ней кожа быстро молодеет, становится упругая, морщинки разглаживаются, мимика уходит. И полный комплекс: есть очищение, гель-тоник, сыворотка, дневной, ночной крем и крем для кожи вокруг глаз. Слушайте, как классно, супер. Пептиды — это просто бомба. Посмотрите, я пользуюсь, это у меня уже третья, по-моему, или четвертая пачка. Я пользуюсь пептидами, потому что они — это просто огонь. Берем ампулку, вот сюда вот вставляем. Сейчас покажу вам, как пользоваться. То есть есть специально. Так, у меня что-то не получается, прилипло. Не получится показать, надо будет помыть. То есть ампулку вставляем вот сюда, специальную манжету, чтобы она отломилась. Сначала маслице все вот так стряхните, чтобы оно не осталось в колпачке. Да, лучше хранить вот так вертикально. Потом убираем верхнюю часть и вставляем в пипетку. И из пипетки мы уже выливаем в ладошку. То есть я вот так открываю и по чуть-чуть давлю, и у меня маслица сюда выходит. Вернее, сыворотка выходит. И она такая гладенькая, легко впитывается. Я ее переношу на кожу лица. Одна ампула на два раза, утро и вечер. То есть 7 ампул за неделю используем.
уходит дряблость, кожа становится плотная и упругая. Результат удивительный. Вот просто удивительный. Попробуйте один раз, вы влюбитесь и будете постоянно пользоваться, потому что пептиды, они нужны всем. И, кстати, посмотрите цены на пептиды в интернет-магазинах каких-нибудь крутых фирм. Они стоят и 5000, и 4, и дороже. А одна процедура, по-моему, в салоне с пептидами порядка 3,5 или 4,5 тысяч. Одна процедура. Девочки, за 1899 на 7 дней у вас будет просто удивительное изменение с кожей. Про новейш, конечно, можно говорить бесконечно долго, или, например, про наше крутое очищающее масло для умывания, гидрофильное. Оно смывает и косметику, и очень круто очищает кожу. Сначала умываемся этим маслом, а потом гель-тоником, тоже новейш, или которым вы пользуетесь, вот таким можно. То есть двойное должно быть очищение. Сначала всю основную массу смывает масло, а потом очищаем. У нас есть уникальная маска из биоцеллюлозы с ниацинамидом и экстрактом цинцеллы азиатской. Эта маска, она как вторая кожа. Я такого никогда не видела. Она просто вот нужно снять с одной стороны сеточку, прилепить маску, снять верхний слой и распределить ее все. И она прям вот как вакуум создает, и сыворотка глубоко проникает в кожу. Кожа действительно становится вот просто обновленная. Также у нас есть сыворотка концентрат с ретинолом, я ей уже пользовалась, круто, морщинки все уходят. Вот вы мне говорите: Лиля, ты так молодо выглядишь. Ну, многие пишут, кто-то даже не верит, что мне 47 лет. Ребят, ну я ухаживаю за собой, я не экономлю, я беру себе все сыворотки, все пилинги. Я вот пилинг недавно проделала несколько раз подряд, почистила, да, вот верхний слой кожи с 6% АХА кислотами. Это очень крутые штуки, очень. Это такие разработки ученых, просто гениальных ученых. Есть у нас матирующий гель для жирной и проблемной кожи. Тут появилась какая-то новинка, органайзер. Прям интересная штука, особенно кто путешествует. Вот здорово, в поезде так на крючок повесил. Тут у тебя все под, не выпадет, все под сеточками, все так спрятано хорошо. И вот как раз серия Optimal. Смотрите, у нас будет подарок. Крем для век при заказе двух средств со страницы 98 и до 103, включая одну новинку. А что у нас входит в новинки? Давайте посмотрим. Бустеры, наверное. Где у нас новинки? Маски новые. Отшелушивающий скраб. Увлажняющая маска. Глиняная маска. У нас идет защитный крем. Вот такой защитный крем. Очень классный крем, кстати. У него SPF 50. Представляете? Вы его можете носить сверху на крем свой любимый или как отдельный крем. Смотрите, какой он крутой. Он очень хорошо увлажняет и отличная база под макияж. Я тоже с ним обзор, кстати, записывала. Отличный крем. У него такой приятный аромат. Серия осветляющая. Я, кстати, сейчас вот сывороткой пользуюсь. Чуть-чуть осталось. Она такая интересная, перламутровая. Легкая, классная. Я заметила, что пигментные пятна все равно посветлели. Хотя я не пользуюсь другими средствами осветляющими. Специальный крем для кожи вокруг глаз, тоже осветляющий. Им я тоже сейчас пользуюсь. Он такой, видите, деликатный, такой легкий. И мне нравится то, что с таким дозатором хорошим, с носиком. Длинненький такой, интересный крем. Есть у нас серия солнцезащитная. Вот, например, SPF 50 средство. Вот мы его видим под номером 2, спрей. Его, кстати, и для лица, и для тела можно использовать. А еще я люблю очень спрей автозагар. И он стоит, как будто бы его хотят снять с производства. Это что такое? Я без него жить не могу. Куда вы его хотите деть? Я им пользуюсь постоянно, потому что я не хочу загорать. Во-первых, не хочу. Во-вторых, мне лень. В-третьих, это вредно уже в моем возрасте загорать. Поэтому я пользуюсь автозагаром. Когда я хочу походить в шортиках или в коротеньких платьишках, я просто делаю скрабирование, наношу
этот спрей, распределяю по ножкам, и у меня классные загорелые ноги, и мне не надо тратить время лежать под солнышком. Эта серия у нас для сияния кожи, она с осветляющим эффектом, и у нее очень приятная ценовая политика. Обратите внимание, очень многие именно любят вот это мыло для лица и тела, оно очень мягкое, деликатное. Так, далее у нас тут маски, маска пленка и маска с глиной, серия Pure Skin, тоже для молодой кожи, то есть начиная с молодого возраста уже можно пользоваться этими продуктами. Смотрите, здесь у нас есть некие аксессуары с большими скидками, вот тут процентики нарисованы. Кстати, такой пружинкой пользуюсь, с ней очень хорошо удалять на щеках волосики, вот эти, пушок такой нежелательный. Вау, серия Wellness — это моя любимая, нам еще чуть-чуть осталось. Wellness — это моя любовь. Давайте я вам покажу некоторые продукты. Например, со скидкой будет идти нутрикомплекс для волос и ногтей. Рекомендуется пропить несколько пачек сразу, то есть это 4 пачки на 3 месяца, чтобы был эффект. Одной по упаковке вам хватит на 3 недели приема, то есть надо 4 пачки на 3 месяца, то есть это вот такие таблеточки, нужно выпить 2 в день. Можно их разбить, например, одну утром, одну в обед, можно выпить сразу 2, и так будет хорошо. Эти витамины нацелены конкретно на волосы, на ногти. Далее у нас вышел новый продукт для стройности, то есть либо для поддержания веса, либо для того, чтобы снизить вес. Это очень крутой работающий продукт, питательный коктейль. Я сейчас пью шоколадный, тоже обзор уже есть у меня на канале. Он очень вкусный, он не сладкий, он нереально сытный. Я просто вам хочу сказать, что когда я завтракаю обычными бутербродами, например, вот сегодня я покушала бутерброды с красной рыбкой, я наелась, но через час мы уже бежим опять пить чай с пирогом. Когда я завтракала коктейлем, то я не перекусывала, я даже не вспоминала, просто пила воду, и потом через 5,5, через 6 часов я обедала, и у меня не было тряски, не было чувства голода, какой-то головной боли, как вот у меня обычно бывает, что мне надо что-то перехватывать. Это уникальный продукт, про него тоже сейчас столько все рассказывают, потому что была фокус-группа создана, люди несколько месяцев пили этот коктейль, занимались спортом, то есть они были нацелены на то, чтобы постройнеть. Wellness — огромная уже у нас линейка становится. И еще обязательно хочу сказать про пребиотик, потому что это мой спасительный остров. Когда у меня начинает болеть живот или я переем чего-то, я просто пью пребиотик, он меня спасает моментально. Я его не пью каждый день, хотя бы надо, конечно, но в силу там лени, всяких много чего надо пить, я так не очень люблю, но когда мне приспичит, ребят, я сразу про него вспоминаю моментально. У меня у папы, когда был сбой, у него поджелудочная очень такая капризная, я ему отвезла банку пребиотика, он его пил и сказал, что как это круто, какая легкость, как ему было хорошо. То есть надо периодически вот своих родителей тоже поддерживать витаминками. Так, детская серия. Любые 3 средства за 1035 рублей. И тут у нас есть, кроме наборчика, кстати. Угу. Кроме него, да. У нас здесь есть все для маленьких малышей, для совсем грудничков, то есть с рождения и там до, да. Тут и маслицы, шампуни, бальзамчик, и подгузники есть, молочко и очищающее. Отличная серия, отзывы тоже, огненные отзывы. А это просто любовь с первого взгляда. Это уже для более больших малышей. Яблоко и клубничка. Здесь у нас детский шампунь для волос и тела. И здесь тоже и мыло. Яблоко и клубника. Это просто, просто вкуснятина нереальная. Моя любимая серия — Шведиш Спа. Я вам покажу мои любимые продукты, без которых я просто вот не могу жить. Это скраб,
Какой он классный, но он маслянистый, тоже не всем подходит, хотя этот скраб там чемпион чемпионов, самый лучший скраб на свете. Что мне в нем не нравится? Крышка. Вот я их сколько банок беру, у них у всех почему-то не закручивающиеся крышки, это какой-то ужас просто. Я никогда не могу закрыть, я буквально эту крышку заколачиваю. Не знаю, что с упаковкой, мне так везет или вообще, но скраб нереальный. Вот просто попробуйте его хотя бы раз. Будет ли на него тут хорошая скидка? Да. Вот просто один раз попробуйте, и вы влюбитесь в него навсегда. Потому что с ним кожа становится молодая, напитанная, чистая. В этой серии есть крутое массажное мыло скраб. Кстати, это мыло я намыливаюсь. Оно там с водорослями может чуть-чуть даже царапать. Ну, как бы меня это вообще не смущает, мне нравится. А там скорлупа грецкого ореха, то есть, да, может царапать чуть-чуть, но мне нравится эффект. Я наношу аккуратненько на всю кожу, оставляю на несколько минут, а потом мочалочкой начинаю купаться. Слушайте, кожа просто как со змеи сходит, и она остается нежная, гладкая, классная. Кстати, тоже попробуйте. И здесь у нас есть мусс для душа, большой, густой, плотный мусс, и у этой серии такой классный аромат, такой классный аромат, я обожаю. И вот мой любимый продукт, без которого я тоже не могу жить, я им все время на ночь пользуюсь, это ночная маска. Видите, какая она густая, она вот просто так напитывает, я даже иногда ей ноги мажу. Бывает, что я кремом для ног мажу руки, а бывает, что я, наоборот, маской для рук мажу ноги. Ну, уже заговариваюсь. Я надеюсь, вы еще не устали меня слушать. Так, густая, питательная, классная. Еще будет здорово, если у вас есть такие специальные хлопковые перчатки. Во-первых, удобно, смотрите, как раз, и все. Все бы крышечки такие были. То нанести еще перчаточки сверху было бы просто потрясающе. Так, здесь у нас вся обновленная серия для чистки зубов. Я вам покажу две щетки. Специально их не стала использовать, чтобы вам показать их новенькими. Это жесткая, это мягкая, это средней жесткости. Но я бы сказала, что это мега жесткая щетка. Посмотрите, какая она жесткая и какая вот эта приятная. Я сначала купила вот эту, думала, себе ее возьму, но нет уж, я так не смогу пользоваться. И внутри, видите, такие массажики силиконовые стоят, и здесь тоже, и у этой мятный цвет мне еще больше нравится, поэтому я в восторге. Теперь я вам все показала, можно начинать ими пользоваться. И смотрим, у нас идет набор: зубная паста любая и любая щетка за 259 рублей, поэтому сами себе берите с экономией. И рассказывайте своим близким то, что не надо заказывать одну щетку или одну пасту, выгоднее взять то и другое, потому что получится хорошая экономия. Так, здесь у нас идет чистые ладошки для чистого будущего. Классная, классная. А почему-то здесь ножнички нарисованы от 3 лет. С ароматом персика. Вот такая ладошка, пахнет персиком, очень вкусно. Серия Feel Good. Вот честно скажу, мыло никакого особого впечатления на меня не произвело, чтобы я сказала, что вау, ребят, это мыло просто бомба-бомба. Обычное классное мыло, ничего особенного. Кусочек не тает, он крепкий, ну и такого аромата нет, как от гелей. Вот гели, они просто вас сразят на повал. Вот я вам клянусь, если вы возьмете этот гель, ни разу не брали, любой возьмите. Ну вот мой любимый сливовый или апельсиновые, они оба классные, и вы поймете, что этот гель волшебный. Они с натуральными эфирными маслами, они жиденькие. Если вы будете сравнивать, например, с гелем серии Discover, то этот густой, эти жиденькие, но не перелейте, он отлично пенится. Всего 169 рублей. Далее у нас все для ног. Давайте посмотрим. Для ног у меня есть такой гель гигант 150 миллилитров для снятия тяжести в ногах. То есть если жара, если у вас ноги отекают, то вот этот гель, он прям гель-гель, он как будто, знаете, как охлаждает. Он охлаждает, отек уходит, прям холодок даже такой вот приятный. Классный гель, очень классный. Потом у нас есть
интенсивная маска для ног, дезодорант, антиперспирант, далее крем для загрубевшей кожи ног и сыворотка размягчитель мозолей. Вот такая сыворотка. Слушайте, у меня были мозоли зимой, почему-то у меня появились мозоли между пальчиками, и я вот этим вот гелем их очень быстро убрала. Слушайте, он еще пахнет так очень прикольно, пахнет, я не помню, что там в составе, но аромат мне понравился, я им даже пользовалась с удовольствием. Но нужно пользоваться каждый день, чтобы был эффект. Видите, он просто вот жиденький, прям, ну не водичка, конечно, прям прозрачная капелька, пахнет вкусно. И вот этой капли хватает, чтобы все, все ноги измазать, потому что он очень экономичный, классный гель. Так, здесь у нас для малышей щеточка со скидкой идет, и я посмотрю, интересно, твердый шампунь у нас вот тут есть. Такой шампунь, кстати, я им помыла волосы 2 раза, Миша помыл 1 раз, и он у нас лежит. Я думала, мы куда-нибудь поедем, его с собой возьмем, но что-то мы никуда не едем, надо пользоваться. Отзывы на шампунь классные. Мне не очень удобно им было пользоваться, потому что у меня волосы густые и длинные, и мне приходилось намыливать, переносить на волосы, опять намыливать. Как-то долго для меня было. Мне кажется, это для коротких волос идеальный вариант. Либо мылить по волосам, но я побоялась, что волосам наврежу. Но в принципе эффект от этого шампуня оказался круче, чем от жидкого. Волосы были чище, выглядели более какими-то блестящими, живыми, рассыпчатыми. Больше, вернее, длиннее срок волосы не выглядели там какие вот поникшие, что они уже хотят, чтобы их помыли. 4 дня спокойно прям я проходила с этим шампунем, он классный. И поэтому посмотрите отзывы других, хвалят, прям нахвалиться не могут этот шампунь. Далее у нас есть 2 средства для того, чтобы наша кожа была подтянутая, упругая, красивая. Смотрите, это антицеллюлитный такой гель с массажером. То есть смотрите, вот здесь у нас вот надавливаем, и вот тут выходит гель. То есть мы прям вот массаж когда делаем, я уже даже не знаю, где вам показать, вот так давим, и сразу идут вот эти ролики. Они, кстати, хорошо, вроде бы они такие маленькие, но они катаются и очень даже ощутимо. Вот, потом мы так переворачиваем, чтобы уже, ну, не вытекало, и делаем массаж по-влажному, пока гель не впитался. И есть у нас еще вот такой вот гель для груди и живота, такой вот с носиком, для упругости, чтобы не было вот этих растяжек, тоже в виде геля. Потому что я уже вся в гелях, 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 все перемазала. Прозрачный, не липкий, я искупалась, нанесла, и все, массажик сделала, все быстро впитывается. Никакого дискомфорта нет, потому что еще и нет запахов каких-то там ощутимых. Так, охлаждающий крем для ног с арбузом и скраб для ног с арбузом. Тоже классные продукты. А это моя любимая часть, когда мы говорим о волосах. И если вы меня спросите, какой у тебя, Лиля, сейчас любимый шампунь, я скажу, это Бьютаниклс и серия против выпадения волос. Во-первых, она и пахнет очень вкусно. Во-вторых, эффект, очень крутой эффект, то что волосы реально никуда не торопятся убежать. У меня очень мало стало отходов на расческе, и это что-то невероятное. Очень маленький расход у продуктов, очень маленький. То есть там прям шампунь, нужно чайную ложечку на мои волосы. И смотрите, набором как выгодно заказывать. Именно и кондиционеры, и шампунь сейчас, они будут по специальным кодам или кодам идти. И обязательно возьмите вот такой массажер, он очень классный. Кстати, я с ним иногда делаю антицеллюлитный массаж, ножки массирую, потому что они, вот эти щупальца, они такие приятные, силиконовые. Поэтому не только для волос можно использовать, а в принципе для всего тела. Такой вам лайфхак. Еще бы рекомендовала вот такой инструмент для чистки расчесок, я от него в восторге. Вот эта расческа мне не очень понравилась, ее неудобно держать в руках, я ее Мише отдала, пользовалась, все, не могу, она у меня выскальзывает, падает на пол. Гребень с собой удобно носить, тоже такой у меня есть, он такой, у него широкие прям зубчики такие, с большим расстоянием. А когда я увидела эту страницу, я сказала: вау, да ладно, что такое может быть, посмотрите, какая красота. И это Oriflame, это серия Elio обновленная. У нас будет здесь
Все с дозаторами, как я люблю. Наверное, придется все заказывать, потому что, ну, как такое пропустить? Шампунь, кондиционер, маска для волос, как все это круто выглядит. Вау! Масла, мои любимые масла, как я их люблю, они просто шикарные. Вот я думаю, что еще что-то может быть потом со временем добавится. Был классный мусс-кондиционер, я в него прям влюбилась, он такой объем дает волосам. Но сейчас мы будем с вами испытывать новинку. Слушайте, ну это очень круто. И оформление вот этих страничек я бы реально поставила прям на обложку это все и в начало, потому что это сенсация. У этой серии такой аромат, такой аромат. Ой, все, можно просто все, больше ничего не нюхать. Так, дезодоранты. Шариковый дезодорант, мой любимый. Вот этот вот с серой крышечкой, потому что он без белых следов, то, что я люблю, потому что было время, когда эти дезики перепортили всю одежду, вообще не отстирывалось ничего. Шикарные, роскошные бочонки, вот такие вот огромные бочки кремов, смотрите, Love Potion, никак не использую, потому что у меня несколько кремов открыто, и вот он все-таки такой насыщенный аромат. И им хочется пользоваться, когда прохладненько, согласитесь. Вот этот Love Potion Midnight Wish, он пахнет пирожными, кофе, засахаренной вишней, такое шоколадное пирожное, сочное, с пропиткой. Классные крема для рук. Смотрите, здесь выгодно брать два, вот такие большие, по 75 миллилитров. Можно любые два разных брать, а они классные, просто вот персик, алоэ, авокадо, кокос, любой берите, они все настолько здорово пахнут, такие все классные, и у них видите какая консистенция, они легкие, они впитаются моментально и оставят после себя увлажненную, мягкую, ароматную кожу без липкости. Представляете, как это классно, вообще такие у нас продукты шикарные. Очищающий гель для рук, не антибактериальный, имейте в виду. А это просто бомбическое предложение, у меня как раз разобрали все интимки, это тот, которым я сейчас пользуюсь. Смотрите, два берем, 199 рублей, и здесь у нас еще продолжение, а еще есть крем для интимной гигиены, и я вам сейчас раскрою секрет, что он с молочной кислотой, и он осветляет у нас интимную зону. Это очень крутой лайфхак, имейте в виду. Так, далее гели. Ах, как я люблю Discovery. Мы сейчас пользуемся вот таким Мальдивами. Пляжи. Здесь у нас пляжи Калифорнии, Голливуд. Еще и к ним ко всем идут вот такие кусочки, плотненькие кусочки мыла по 90 грамм. Давайте даже открою мыло, покажу вам, какое оно. Оно удобное, во-первых, оно большое, оно, ой, вы меня теряете, оно очень вкусно пахнет, то есть практически полный размер здесь мыло показан. Мыло, кто берет один раз, уже потом не говорит, что это дорого, и не говорит, что я куплю в магазине, никогда люди не пойдут в магазин уже с тех пор, как попробуют наше мыло. Итак, вау, набор 5 дней красоты, у нас будет 3 пачки, патчи для глаз, и не только для глаз, вообще их можно на любую зону лица положить, и 2 пачки маски, одна будет с гранатом антиоксидантная, вторая будет у нас, какая она у нас эта маска, обновляющая, с апельсином и органическим овсом, всего за 599 рублей, мне кажется, это бомбическое предложение, я, по крайней мере, точно возьму. Точно возьму, потому что это очень классное предложение. И завершает каталог бомбическое предложение. Все, я не могу больше сдерживать эмоции, потому что по 139 рублей такие продукты. Это как это вообще? Возможно ли такое? Особенно масло. Девочки и мальчики, все, кто смотрит меня, вот это масло заменяет нам дома половина аптеки. Потому что мы им все абсолютно лечим, все раны, ушибы, порезы, ожоги, в носики что-то там можно помазать, чтобы антибактериальный был эффект, в аромалампу добавить, перхоть добавляйте в шампунь, угри прижигайте, да, мажьте. Я даже полощу с ним горло,
и закапываю в нос. Только, естественно, развожу с водой. Чистым нельзя, потому что вы сожжете слизистую. 3 капли воды, 1 капельку масла. Размешали, капнули по капельке. Все, насморк моментально проходит, горло моментально проходит. И вообще крутой продукт. Далее. Для умывания очищающий гель с чайным деревом и слаймом. И маска скраб. Всего 139 рублей. Я такой цены вообще не помню. Мне кажется, у меня будет полная коробка этих продуктов, потому что мы все время берем эти маски бесконечные, вот эти гели, у меня дочка ими умывается, масло у нас просто рекой льется, и тут еще и такое специальное средство в виде помады, карандаша, да, такой корректор, который помогает убрать воспаление. И классные губки, наберу таких губок тоже кучу и буду умываться ими. Все, скажите мне, ну скажите, я молодец. Я даже не представляю, сколько времени я вам рассказывала весь каталог, потому что хотелось все вам показать, все вместе помазать, все попробовать. Видите, как все классно. Вот сейчас покажу вам, что это все размазывается в некоторых местах. Если вам это видео было полезное, скажите да, я буду еще записывать. Напишите отзыв в комментариях. Поделитесь впечатлениями, расскажите, какие у вас продукты любимые, что вы хотите заказать с этого каталога. Я вам желаю всем красоты, любви, счастья и самых лучших результатов от наших волшебных продуктов. Я очень люблю Oriflame. Надеюсь, что это чувствуется, что это компания всей моей жизни. Ребят, я в этой компании 22 года. Мне кажется, этот срок приличный. Всего доброго вам. Пока-пока.